Один из них – самый большой горнолыжный оркестр. Музыкальный ритм во время спуска задаст шоумен и музыкант Александр Пушной. Он же поможет сыграться музыкантам, многие из которых впервые познакомятся друг с другом на фестивале в Сочи. Второй – рекорд Гиннесса по спуску с горы в купальниках, где организаторы планируют побить прошлогодний результат. Они рассчитывают, что в Бугель-Вугель 2017 соберет более 20 тысяч любителей снежного отдыха и чудачеств. Планируется увеличить количество фестивальных площадок карнавала ровно в 2 раза. К примеру, появится турнир по пляжному волейболу на снегу, школа веселого бега Андрея Бочарова и снежный танцевальный баттл. А на музыкальном опен-эйр-концерте выступит группа «Мгзавреби». Участие в карнавале и для зрителей, и для веселых спортсменов абсолютно бесплатное.